Когда-то Ворше скромный паренек в морозный зимний вечер все оставил, решил сходить с друзьями на каток. Тогда был сделан шаг великой славе. Играла музыка, манил, сверкая лед, и наш герой с людским потоком слился. Впервые он почувствовал полет, когда на вираже, споткнувшись, приземлился. Но время шло, и Игорь подрастал, все время на катке усталости не зная, не просто ездил, он уже летал, соперников любого ранга обгоняя. Путь на вершину был тернист и узок, а Железовский, как всегда, силен и свеж. Он попадает в сборную Советского Союза и выезжает часто за рубеж. Достойно защищал он честь мундира, такого конькобежца мир не знал. 6 раз он становился чемпионом мира и 2 восходил на олимпийский пьедестал. Его по внешности, манере бега узнавали, соперники всегда топтались за спиной. В любой стране ему рукоплескали, он много лет был яркою звездой. Все покорил великие вершины, все звания, награды заслужил один, непревзойденный в спринте и неповторимый для древней Орши стал почетный гражданин.